Первый период матча «Химик-Нефтяник» получился рваным. Воскресенцы получили 2 двойных удаления, в общей сложности провели почти 10 минут в меньшинстве и даже несмотря на это имели прекрасные возможности открыть счет. Второй период изобиловал мелкой борьбой и практически полным отсутствием моментов. Только под занавес 20 минутки «Химик» забивает гол, но после просмотра повтора судья его отменяет. В третьем периоде гости «Альметьевский нефтяник» из своего полумомента выудили гол. Воскресенцы поднажали и ответили. Чизганов замкнул передачу Кровякова. До конца периода никто так отличиться и не смог, а в овертайме «Альметьевск» провел хорошую атаку. Обидное поражение в овертайме, но очко приобрели. Уже завтра, 5 декабря, «Химик» в желто-синем дерби принимает «Дизель» из Пензы. Денис Нитков, новости из «Кровект».